Вот вы хейтаете меня, так? Я не призвала ни одного россиянина идти на войну. Ни одного. Ни один россиянин из-за меня не пошел убивать. Вы подумайте, какая в этом уже оказывается честь. Представляете, прожить жизнь и не призвать никого убить. Это пиздец, а? Пиздец. Получается, я герой в том, что я не призвала россиян убивать. Мало того, что я не призвала, я им запрещаю идти. Я им запрещаю уходить из дома, бросать свои там, где там юрты, где вы, блядь, живете, где вам там не сидится, суки, где вам так плохо работается, спится, жрется, срется. Оставайтесь, суки, дома. Нет, понимаете, вы слушаете столько тех, кто посылает вас на войну. Пригожин, да, этот, как его, этот мужик такой, губошлеп, как его зовут, на букву С. Семилукин, не знаю, короче, Симонянская, Биева, вот они, суки, позвали вас воевать, они, суки, виноваты во всем том, в чем вы меня упрекаете. Вы меня упрекаете в куче грехах. На самом деле, все эти грехи лежат на этих людях. Они же не воюют. Но они сколько человек убили? Вы говорите, идите воевать. Так они с вашими руками убили других людей. Понимаете, не обязательно идти воевать, чтобы что-то делать. Они как раз никого не убили физически. Но своим ртом поганым они направили вас. Оставили всеми без отцов. Оставили семьи без отцов, женщин без мужей. Они сделали одним только словом, свои ебаные передачи, своими ебаными там, не знаю, там дискуссиями там на политической арене. Понимаете, что такое слово? Они своим словом убивают украинцев. Так вот вся ваша вот эта энергетика, типа, там, сегодня видела видеоролик, меня распечатали, ну, типа, мою фотографию, и там куда-то там, не знаю, ну, что-то смешное было, на самом деле, жрачно, но тем не менее, боже мой, люди фотографии мы распечатывают, и копаются в моей жизни, в моих детях, все такое. Сука, у вас, вот перед вами лежат убийцы, фамилии, вот они, изучайте их, Симонян изучайте, хейтайте их, все, вот то, что вы говорите, все правильно, но вы не хейтайте правильного человека. Вы должны хейтить тех, кто действительно начал эту войну, призывает убивать и забирает у вас мужиков. Это вот ваши политики. Вот ваши политики. Путин. Да, хейтайте его. Сколько человек Путину? Он лично ничего не сделал. Он никого не задушил, не убил, не взорвал. Мальчика того, которого на крыше собирали по частям, он конкретно не убил. Но он его убил. Понимаете, какая загвоздка? Это он сказал, мы должны пойти защищать русских. Защитили. Защитили. Мальчик его будет ждать в том свете. Дядя Вова, я тебя дождался. Мальчик придет. По частям придет. По частям. Я не знаю, как будет выглядеть Путин, но мальчик его найдет. Мальчик, который велосипед стоит, он его найдет. Мальчик точно его найдет. Украинский мальчик его точно найдет. И те двойняшки, вот эти маленькие детки, которых это, выкинул волной в огород, они тоже придут? Они тоже придут. Маленькие эти ангелочки тоже придут. Я просто говорю, что не надо идти никуда убивать, можно своим словом направлять. Так вот я говорю, я предотвращаю убийство, понимаете? Вот все ваши слова, как, знаете, как пулемет можно развернуть и направьте туда.